1 октября во всем мире празднуют День пожилых людей. Одними из первых, самых опытных, мудрых и зрелых жителей муниципалитета поздравили в Центре соцобслуживания «Вера». Для них приготовили праздничный концерт. Подопечные Центра соцобслуживания «Вера» – люди активные, общительные и любознательные. Каждое мероприятие учреждения у них вызывает живой интерес и поддержку. А праздник, посвященный им самим, и подавно. Поэтому гости начали собираться еще задолго до начала праздничного концерта. В свое время они дарили свою любовь и заботу. Сейчас наша очередь. И мы хотим сделать, конечно, максимально приятное времяпрепровождение в нашем учреждении. И в обычные дни, и сегодня, конечно, во время праздника. Сегодня у нас запланировано выступление и детских, и взрослых коллективов. У нас будут и песни, и танцы. Мы надеемся, что концерт понравится. В этот день многим хотелось поблагодарить старшее поколение за их труд на благо родного края. И пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. Не обошлось и без приятных сюрпризов. От нашей торгово-промышленной палаты в этот замечательный день мы хотели бы вручить вам подарок. Теплые слова поздравления сменяли песни и танцы, от которых пенсионерам самим хотелось пуститься в пляс. Валентина Захарова всю жизнь проработала няней в детском саду. Даже в этом сравнительно небольшом зале есть люди, которых она воспитала. Сейчас ей 93 года, но, несмотря на столь солидный возраст, Валентина Захаровна старается не пропускать ни одного праздника в Центре «Вера». Сейчас все сделали для нас, пожилых людей, чтобы мы немножко расслабились, что мы еще нужны кому-то. Впрочем, для многих подопечных центра он давно стал вторым домом. Даже еще лучше, чем второй. Потому я дома один нахожу, а тут всегда коллектив. Я утром с удовольствием встаю, иду. Но не все получатели услуг центра на празднике были только лишь зрителями. Мы сегодня танцуем. Танцуем очень веселый, задорный танец, который называется «Кадриль». Праздничный концерт действительно получился разноплановый и очень душевный. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.